Всем привет, с вами Цвердум. До конца DLC Армагеддон осталось 22 минуты, а у меня 156 контейнеров еще не открытых. Надо посмотреть, что у них. Камуфляж, ладно. Дальше поехали. Посмотрим, со 156 контейнеров повезет мне что-нибудь путнее открыть или нет. Пока всякая ерунда. О! АЦР из Кубифобис навсегда. Ну, сойдет. Первая пушка. А, нет, вторая. По-моему, мне еще САП 6 выпадал. Походу. Вот, две пушки пока мне только навсегда выпало. О, ледоруб навсегда. Нормально. Опять не хочу открывать. О, еще один САП 6 навсегда. Отлично. Дымок. Что-то мне кажется, если по одной открывать, то больше шансов. О, випка 15, не ерунда. Чем по 5 штучек. Посмотрим, выпадет что-то действительно стоящее или нет. Типа АК-альфы. Дымок еще. Сделали бы уже, чтобы эти пушки на время, которые падают там в инвентарь, чтобы можно было их или продавать на торговой площадке, или там на лот-доге, или хотя бы пин-коды переводить. Надо бы хоть на стриме я бы раздавал. Лежат мертвым грузом. Так, что, минки закончились, пушки для меня, что ли? Ну-ка, давайте еще мне какую-нибудь пушечку навсегда. Мечтать не вредно, как говорится. Так, 116 остается контейнеров, коробок, контейнеров. Контейнер называются эти ящички. DLC, Армагеддон. Макмиллан. Дымок. Макмиллан. Парапулемет. Випка 15 дней. Так, еще одна. Прикольно. Дымок. Так, ничего, остается 100 ящиков у меня. Посмотрим, счастлива эта сотня контейнеров или нет. Угу.
Випок 15 дней. Прилично выпало. Еще бы они мне нужны были. Еще. Мне вот реально пин-кодики бы можно было делать с них. Вообще бы отлично было. Падали бы они в виде пин-кодов. Вообще отлично. Что хочешь, что и делаешь с ними. Хочешь, себе активируешь. Хочешь, подарил кому-нибудь. Хочешь, на стриме разыграл, например. Опа, вот это нормально. Может, бабочка Фобос навсегда понтоваться. Ну, не совсем уже пустая сотня контейнеров оказалась. Посмотрим, что дальше будет. Еще 80 контейнеров. Лопаточка сойдет. Выпадала мне уже лопаточка, по-моему. О, нормально, нормально. Пистолет в хозяйстве пригодится. Парад. Фу-фу-фу, камуфляж. Камуфляжи всяких нам выпадало за DLC. Но этого не было еще, кстати, камуфляжа. Что их солить, эти камуфляжи, что ли? О, нормально, ППшечка 2000, Фобос навсегда. Хотелось бы Ака-Альфу, конечно, но без рыбы и рак рыба, как говорится. На время пушек, вагоны, маленькая тележка на складе в инвентаре. Так, 60 остается контейнеров. Ну что, последний полтинник сейчас останется. Посмотрим. Действительно что-нибудь серьезное выпадет или нет. Випки сыпятся 15-дневные. Камуфляж еще один. Да. Все меньше и меньше остается контейнеров. Камуфляж очередной. Минки.
30 ящиков осталось. Випка. Со счету сбился, сколько випок упало. Камуфляж очередной. О, вот это зачетно. Вот это зачетно. Орсис Фобос. Нормально. Хорошая винтовочка. Ну что, остается у меня 20 контейнеров. Что же в них лежит? Интрига. В принципе, так мне уже неплохо выпало всяких пушек, наверное. Ничего уже не выпадет из оставшихся, к сожалению. Так альфа я бы не отказался, конечно. Хочется мне. Буду ее собирать за ресурсы. На основе. Ну что, осталось у нас 10 контейнеров. Посмотрим. Дымок. Из полезного дымок два раза выпал. О, три раза. Пятачок остался. Так, четыре. Три. Два. И Акальфа с последнего, давай. Один. Чудо не произошло. Да. Ну что ж. Ну, в принципе, неплохой улов. С чем себя и поздравляю. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.